Добрый вечер. Тема ролика. Речь пойдет о женщинах, феминах, леди, сударынях, фрау и прочее. Какие они, женщины России в современности? Ну, кстати, на том же сайте НГС я читал, как вот мужики отзываются, кстати, довольно реалистично отзываются. В принципе, уже всем понятно, я думаю, Америке я не открою, если скажу, что процентов 90 из них весьма меркантильные. Но я бы еще добавил, что они такие очень самостоятельные, эмансипированные, за редким-редким исключением. И мои наблюдения еще свидетельствуют о том, что женщины теперь по большому счету в нас не нуждаются. Это как бы такой итог наблюдения последних, наверное, лет 30 уже. Самое главное, как говорится, они в нас просто не нуждаются уже. Чего там греха таить? Все законы на их стороне, государство им явно симпатизирует. При разводе ребенок остается с ними, мужик будет платить алименты. Женщина бедствовать никогда не будет, ни в каком случае. Но дело даже как бы не в этом, бог с ним, даже с этим. А именно вот проблема заключается в том, что они такие вот самостоятельные, самодостаточные, еще такой термин сейчас муссируется. Ну, то есть, как я сказал, мы им по сути уже не нужны. Хотя они, конечно, это все скрывают, отрицают, когда вот их к стенке припрешь там доводами. Они до последнего будут это отрицать. Ну, факты остаются фактами. Потому что статистика вещь упрямая. А статистика, она есть в общем доступе, как говорится, можете почитать. На 100% браков, 70% разводов. Правда, там не указано, чем вызваны разводы. А вот я читал, что разводы в основном вызваны по инициативе женщин. То есть, ребенка родила, что-то там немножко не понравилось. Да и нафиг он нужен. Развелась, забрала ребенка, алименты платит. Ну и все, и он не нужен. Что с ним, как говорится, что? В советское время такого не было вообще даже близко. В те годы женщины до последнего держались как бы за семью там. Ну и прочее там. Воздействие государства было, что не любили разведенных. И на работу не любили нанимать разведенных там и прочих. А сейчас нет. Сейчас все свободно, все хорошо. Профит, как говорится, женщинам везде профит. Ну и потом еще хотел бы подчеркнуть такую деталь, что сейчас как бы создалось такое общество, такая формация, что именно женщины, они больше востребованы. В каком плане, что они очень хорошо приспосабливаются к условиям, гибкие такие. Мужик, он сейчас, если он остался, не мимикрировал, стал таким тоже бесхребетником. А вот если есть еще такие, что вот там прямо, все прямолинейно, в глаза говорить, это кандидат сразу на вылет. Ты никому не нужен вообще. Нужны такие вот жополизы, прямо скажем. Мужи-змеи и прочее. Чтобы сладко подлизывал и не возникал, как говорится. Вот эти люди, да, сейчас востребованы. А все остальные, тем более, что безработица жуткая, каких-то таких профессий, как вот в советское время, ты мог хоть куда пойти. Сейчас, как говорится, поле для маневра резко сузилось. Вся работа, сфера услуг, торговля. Где надо вот именно быть таким гибким, вилять позвоночником. Если ты не виляешь, до свидания. А вот такие сферы, где там можно просто тупо сидеть, как говорится, никто тебя не видит и не слышит, и там, может, вкалываешь, как вот на заводах в свое время же вкалывали люди. Там ведь все просто было, в общем-то. И потом все всех знали, всех видели насквозь. Там по-любому ты как бы пристрагиваешься к людям. Если ты не совсем идиот, ну, тебя воспринимают. Тем более люди тогда были доброжелательные.
и прочее. Но это я уже ушел от темы. Итак, женщины современности. Ну вот сколько я с ними сталкивался, вот именно они такие самостоятельные вообще. И как бы самодостаточные. Ну, на каком-то этапе, конечно, они включают какой-то, сейчас такой термин появился, демоверсия. Не включают демоверсию, если мужик как-то их заинтересовал там чем-то, ну или просто, как говорится, скучно стало. Тут они тебе какое-то время с тобой еще строят глазки, там показывают ножки, разговаривают. Ну, таких тоже очень мало. Сейчас они стали какими-то вообще прямолинейными такими, я бы сказал, вообще. Особенно молодые, там, до 40 лет. Вот это поколение 80-х, с ними вообще очень тяжело. Если они не видят какой-то заинтересованности, а это, как правило, деньги, это, как правило, наличие авто, квартиры, то вы им просто неинтересны. И это, кстати, констатируют все мужики. Вот на НГС там было много отзывов по этому поводу. Они верно все высказывались. Что если от тебя нет никакой выгоды, то ты и женщину, как говорится, будешь годами искать. Что и происходит, как правило. Многие вот недоумевают, почему вот у них не получается вот там. Это им все не те женщины попадаются. Да те вам попадаются, те, вот именно те. И я тоже пребывал вот в этом как бы неведении. Наверное, где-то до 40 лет, пока не вылез в интернет. Не стал читать вот это все, анализировать как-то. Ну. И понял, что это система, да. Они очень резко изменились. Изменились. Я еще помню те времена, когда вот наши ровесницы, когда я еще в школе в 9 классе учился, любую девчонку можно было, в принципе, там как-то... Даже она, они просто вот сами шли легко на контакт, не чурались, ничего там. Ну, мы, в принципе, равные же были тогда. Что я даже самую первую красавицу просто к ней в гости попал. И она напросилась ко мне в гости послушать Квинов там. Скорпион нравился многим там. То есть они легко шли на контакт. Не было вот этого чванства, зазнайства. Сейчас каждая вторая, даже и там, не знаю, женщина мнит себя чуть не принцессой, там, королевой. К ней просто так вот вы не подойдете. Ну. Просто не подойдете. Если она как бы вы не в ее стиле, не в ее ключе, она даже с вами и разговаривать не будет, по сути дела. Вот именно это, в этом и есть эта такая прямолинейность. Знакомиться на улице, как вот раньше вот знакомились, это вообще моветон. С вами даже разговаривать не будут, молча повернется и пойдет, или скажет там, матом пошлет, вот и все. Так что... Они очень сильно изменились. Я считаю, что с начала 90-х годов им здорово промыли мозги. Вспомните, с чего все начиналось. Вначале пошли вот эти все сериалы, так называемая мексиканская патока, когда богатые тоже плачут, рабыня Изаура, вот эта вся роскошная жизнь, там вот этот Дон Педро, там Дон Альварадо, там, вот он такой, короче, весь такой мужественный, у него там куча табунов, куча денег, ахахах, вот эта красивая жизнь. И вот это все показывалось месяцами. Месяцами промывали мозги, блин. Они все это смотрели взахлеб. Я даже у одной девушки видел. Не то, что она еще и смотрела эти фильмы, так она еще и книги эти читала. Вот насколько зомбирование проникало хорошо. Ну, то есть она зациклилась полностью на этом аспекте. И сколько таких было, только один бог знает. Ну, есть, кстати, данные... социологов, что вот когда шла эта та же рабыня Изаура, так там, прости господи, вся работа даже останавливалась. Просто замирало все, на улицах никого не было. О чем говорить-то? Далее в демократической прессе стали появляться сотнями статейки о прекрасной жизни в стране и то, как богатеет народ. В то время как на улицах царил бандитизм, в стране безработица нарастала, кошмарная. Люди были согласны идти в грузчики, в бандиты, хоть куда. Но женщины уже в 90-х годах искали богатых, как посмотрели вот эти все сериалы. И так эта тенденция лишь от года нарастает.
Ну, а потом пошли еще передачи, как говорится, прямолинейные. Дом 1, дом 2. Спасибо Ксюше Собчак. Тоже мозги промыла хорошо, особенно молодежи. Вся вот эта вот пропаганда. Что ли сказать? Давать надо только тем, у кого есть. Уж так, если говорить откровенно. Вот это вообще зомбирование уже конкретное пошло. И вот мы получили готовый продукт этого зомбирования, программирования. Что теперь, как говорится, женщина для многих просто недоступна. Они смотрят на вас, как вы одеты, что у вас есть. И вы им уже становитесь неинтересны. Даже что вы там будете им говорить, им вообще уже до лампады. Вы не модно одеты, у вас нет машины. До свидания. Это примерно 90% женщин. Остались, конечно, какие-то такие, их назвать-то уже не знаю. Ну, не кондиция, там, маленькие ростом, хотя они тоже себе цену страшно набивают. Какие-то страшненькие, может, полненькие. Вот те, да, еще как-то да, они. Все остальные, у кого такая фигура более-менее средняя, средняя личика там, даже не фотомодель, вот просто вот, ну, такой личико, смазливый, как говорится. Они себя считают чуть ли не королевами. И вы к ним просто так не подойдете. Это бесполезно. Если не покажете, что у вас есть тити-мити, лавандос, машинка, тогда будут с вами разговаривать и общаться. И тогда они проявят симпатию, как говорится, в таком плане. Есть еще такой как бы миф, что вот там в райцентре где-то остались женщины такие хорошие. Хочу развенчать этот миф. Все эти женщины, поскольку работы там давно нет, в этих райцентрах, они давно уже здесь. Я видел их кассиршами, видел их продавцами в супермаркетах. Они тоже здесь давно, и они тоже в погоне вот за этим богатством. То есть, практически выбора никакого не осталось. Какие-то мизерные шансы найти какую-то такую, как говорится, ну, не в системе. Шансы, конечно, есть, но в основном, и думаю, многие со мной в этом согласятся, что проблемы сейчас практически у всех. У всех. Если даже вы нашли, вроде как вам показалось, что это да, это прямо то, это она, и прям там любовь такая. Буквально через полгода выясняется, что это была, как сейчас говорят, демо-версия. Потом начинается вынос мозга. Ты все делаешь не так. И да, забыл сказать еще такой аспект, что сейчас многие женщины, поскольку они уже действительно изменились, они стремятся к доминированию и господству над вами. Таких слабовольных, как вот раньше в советское время были, сейчас их тоже очень мало. А в основном давлеть. Ну, если немножко похитрее она будет как-то пытаться вами руководить, так из-под воль, если умная женщина, да. А в основном будет просто давлеть. Ты делай то, я тебе сказал, а что, ты почему туда не сходил? И вот эта вот постоянная долбежка. А если, не дай бог, еще с работой что-то там, они вас просто тупо сразу кидают, какие-то проблемы у вас. И вы остаетесь, как говорится, один. То есть полное использование ресурса, как говорится, эксплуатация. Как только ресурс стал негоден, его тут же устраняют. Вот это есть такая прямолинейность, такая практичность. А проще сказать-то это как... Не знаю, что-то такое вот. У нас же еще социал-дарвинизм внедрялся очень сильно с гадаровских времен. То есть выживание. Ну вот как бы и выживаем. И женщины тоже к этому приспособились, встроили систему. Просто выживание. То есть не обеспечиваешь. Ну и все, и до свидос. Слышал даже анекдотичные такие случаи, как бы, что мужики моего возраста, где-то уже в районе 35 лет, когда это было уже конец 90-х, начало 2000-х, рассказывали, что ну всякое же бывает, просто вот там с работой что-то не срослось, или там перестали платить, у нас же это частенько бывает. И вот вроде жил с женщиной, приезжает, а ты чего ко мне, это без денег-то приехал, ты ко мне без денег не приезжай. Вот прям такие реплики подают вообще. Ну. То есть это уже на грани, вот как говорится, подкорки у них сидит, денег нет, до свидания, все. Они даже с вами не будут разговаривать ни о чем, как-то вам соболезновать. Зачем? Не интересен, не нужен, использован.
То есть найти какую-то женщину, которая будет чувствовать к вам не то, что там какое-то там, ну просто хоть какое-то соболезнование, какое-то милосердие просто вот даже. Не дай бог заболеть там или что. Это просто на грани фантастики. И сколько я вот с ними общался, говорю, это нечто, да. Искать, как говорится, не переискать. Так что, особенно молодежи, советую держать ухо востро. Не обольщайтесь. Не обольщайтесь нисколько. И мозги уже всем промыли. Ну, конечно, я не говорю, что прям, может быть, вам повезет, а вдруг вы поймаете там птицу счастья. Ну, кто знает, ну, кто знает. Бывают оказии, бывают, но в основной массе надеяться, как говорится, не на что. Если вот так вот годами с экрана льется вот этот поток зомбирования, то там уже, как говорится, вряд ли что-то осталось, вряд ли. И даже мои ровесницы, тем, кому 50 и далее, и те, как говорится, настолько меркантильные и практичные, что дальше некуда. Я думаю, что, в принципе, надо привыкать жить без них, скорее всего, если хочешь выжить, да. Если хочешь выжить, не хочешь ты там с ума сойти и как-то там чего-то, ну, надо приспосабливаться, потому что надеяться на женщин в наше время, это, как говорится, быть инфантилом.